Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Джека Ханта FIFA 23. С одним Хантером мы разобрались на канале, 3 сезона великолепной карьеры были проведены. Ну а теперь, ребят, завершаем карьерку и нашего созданного Хантера, который сейчас пытается завоевать трофеи в Манчестер Сити. Пока наша команда идет на третьей строчке, но как мы видим, Ливерпуль свой 14-й тур уже сыграл, нам предстоит его только лишь провести против Лестера. Но как мы видим, сейчас Челси набрали очень неплохой ход и здорово смогли оторваться, так что нам ни в коем случае нельзя сейчас уступать, а уж тем более играть ничью. Ничейных результатов у нас, посмотрите, 6 штук. Да, мы пока еще не проиграли, да, мы забиваем много, не так много пропускаем, но при этом 6 ничейных результатов, это многовато. Вы усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, ну а также не забывайте залетать в наш телеграм, там анонс выхода серии, новости, уведомления, сейчас там куча инфы по новой части футбола и АФК-24. Ну а также, ребята, заглядывайте на мой второй канал с прохождением, его название Фандом Лига, и все ссылочки есть в закрепленном комментарии. Наша команда подустала, ну что поделать, придется, ребята, помогать Хантеру, своим партнерам завоевывать очки против Лестер Сити. Погнали. Это выездная для нас игра. У нас пока что, как видим, Хантер лучший бомбардир в лиге, у него 14 забитых голов, но вот пока, к сожалению, не получается команду вывести на первую строчку чемпионата. Ну, много еще будет решаться, конечно же, в противостоянии с Челси, и, возможно, сегодня мы как раз-таки с ними и встретимся. Не узнаем, кто же сильнее на футбольном поле, а не в турнирной таблице. Итак, нам нужно достичь 70% соотношения голов к ударам, не проиграть в этом матче и получить оценку не ниже 9. Ну, значит, придется забивать, придется сегодня, ребята, также, конечно же, и раздавать передачи для хорошего рейтинга. Но будем надеяться, у нас все получится. Фрэнки де Йонг, Хантер. Пытался я сразу открыться по флангу, не получилось. Ну, а вот сейчас Хантер набирает скорость, а вот отсюда фирменный дальний удар. Мяч пролетает над перекладиной. Здорово, Хантер. И сразу же кидает прорыв Холланда. Холланд, нужно забивать, это 1-0. Вот здесь не растерялись. Да, сначала не получилась передача на Холланда, как я хотел ее сделать. Мы сделали на ход, немножко такую корявенькую, но подловили зато соперника на ошибки. И дальше нашли Холланда на острие атаки, а он сделал свое дело без проблем. Эрлинг Холланд расчехляет пушку. Снова проблемы с инфографикой у FIFA. Но это 10-й гол в 14 матчах Холланда. Он тоже немало забивает. Мы на двоих уже 24 гола забили. Мне кажется, это довольно неплохая статистика для двух игроков нападения. А вот уже и Лестер пошел в атаку, в штрафную. И это 1-1. Я не понимаю, почему, ребята, в какую бы топ-команду мы ни пришли, оборона все время трещит по швам. Будь то Барселона, будь то Реал, Манчестер Сити, Ювентус, ПСЖ, постоянно какие-то проблемы у нас в обороне. И главное, высокорейтинговые игроки не выполняют свою работу. Ой-ой-ой, но здесь нужно давать карточку. И, возможно, даже красную. Хантер пытается подняться. Холланд пошел разбираться с соперником. Ну и пока только желтая. Холланд, Хантер. Разыграли в стеночку. Добей в пустые, Холланд. Нет, не получилось. Все-таки голкипер Лестера здесь спас. Но мы неплохо снова вскрыли оборону. Хантер ждет забегания партнера. Прошла передача. Можно сделать ответный пас. Хантер в центр. Нужно забивать. Ну же! Ну нет, не с такими ударами, ребята. Не с такими ударами будут голы. И вроде вскрываем оборону довольно легко, но не хватает последнего завершающего удара. То не хватает последнего паса, а то не хватает последнего удара. А теперь уже Лестер в атаке. Дальний выстрел. Эдерсон спасает. Неплохо отыграли с Филом Фоданом. Фодан. Можно сыграть центр. Хантер. Бьет Хантер, но прямо в руки. Классно, здесь Хантер с Холландом сыграли. Хантер! Ну же, бей, Фил Фоден!
чуть-чуть бы сильнее и в дальний, вот это был бы, ребята, гол. А теперь снова Лестер. Хорошая передача, скидка. Будет ли удар по воротам? Посмотрите, как они катают. Ну и мяч пролетает мимо. Это Хантер, смещается к центру. Передача на Холланда. Холланд катит на Хантера. Штанга, Фил Фоден, наконец-таки гол, ребята. Ну вот не везет сегодня Хантеру немножко в реализации. То вратарь спасает, то штанга, но Фил Фоден красавец. У него сегодня уже был момент, когда он мог добить в пустые, но парашютик поймал вратаря, теперь он просто расчехляет пушку и слева выводит под занавес первого тайма Ман-Сити вперед. Перед приходом в Манчестер-Сити я говорил, что сюда мы идем завоевывать трофей, именно командные, как можно больше. Мы уже стали обладателем золотого мяча, поэтому нам, ребята, нужны именно командные трофеи в больших количествах. У нас кто-то лежит сейчас на футбольном поле. Вот вроде поднялся. Эрлинг Холланд находит пасом Хантера. Хантер сейчас смещается во фланг. Передача в центр. Можно дальше сыграть. Ну и надо забивать. Холланд. Так, тоже неплохо. Голевой пас. И Фрэнки де Йонг с началом второго тайма увеличивает превосходство нашей команды. 3-1. Это Тобиас, кстати говоря, по-моему, получил небольшое повреждение, но поднялся, поучаствовал в атаке. И здесь красиво все было разыграно. И Хантер успел ткнуть мяч на Фрэнки де Йонга. Наши парни отбились. Хантер! Красиво здесь прокинул мяч, убрал соперника в буфет. Ну а теперь нужно, чтобы кто-то помог. Хантер, что вытворяет парень? Ну, гол-то все-таки забили. Ну, вот это просто было красиво, ребята. Как Хантер разобрался со всей обороной. Ну и дальше, да. Хотел я сразу выдать пас на Холланда. Немножко его заблокировали. Но, тем не менее, это было красиво. Одного убрали, второго. Отыгрались с третьим. И в итоге Холланд забивает. 4-1. Лестер в атаке, прострел, удар и заблокировали. Холланд здорово прочувствовал забегание Хантера. Хантер набирает скорость. Холланд. Фил Фоден. И мяч не залетает в ворота. Он слишком сильно крутился и вылетел обратно в поле. Обидно. Хантер здорово в подкате. Передача на Холланда. Надо забить. Он с правой в ближний бил. Ну же! Вот и еще один мяч в сетке, ребята. Это 5-1. Здесь уже наша команда не оставляет шансов. И вот именно сейчас мы показываем свою мощь, ребята. Что мы можем обыгрывать. Хантер на фланге разбирается. Тем временем его партнеры выбирают хорошие позиции уже в штрафной. А у Лестера половина состава получили какие-то повреждения, растяжения. Кого-то поменяли, кто-то с травмой продолжает играть. Удар по воротам, Эдерсон красавец. Ну и все, ребята, звучит финальный свисток, это победа 5-1. Ну а Челси, в свою очередь, обыграли Эвертон со счетом 3-0. Я думаю, сейчас игру против Nottingham Forest мы можем быстренько просимулировать и перейти уже к финальному матчу групповой стадии Лиги Чемпионов. Я надеюсь, здесь мы выиграем. Это победа 5-0. Дебьюс. Фил Фоден делает дубль. Кумбула. Также, я этих ребят вообще не знаю, но из 8 ударов 5 забили хорошо. У нас сейчас финальный раунд Лиги Чемпионов. Здесь мы уже на первой строчке, но здесь важно уже забивать Хантеру, чтобы, так скажем, участвовать в бомбардирской гонке Лиги Чемпионов. Мы полны сил и давайте отправляться на игру против вражеской Спарты. Лига Чемпионов, тем более на домашней арене, это всегда отличное настроение, хорошая атмосфера. И я надеюсь, что сейчас у нас получится порадовать наших зрителей. Ну а вот маленький сектор гостевых болельщиков, приехали они тоже поддержать свою команду. Нужно отдать один голевой пас, достигнуть точных передач минимум 75%, ну а также получить оценку не ниже 9. Пыталась здесь что-то Спарт придумать. В итоге мяч потерян. Фил Фоден, Эрлинг Холланд.
Забрасывает классный пас на Хантера. Хантер мяч принимает, а был офсайд. Обидно. Я думал, что... Да, вот здесь чуть-чуть мы буквально на пол коленки вылетели за линию офсайда. Ну а обработали, убрали соперника очень даже неплохо. Вмещается к центру. Фрэнки де Йонг, Эрлинг Холланд. И пускай сегодня передачи идут через соперника, но мы, ребята, доводим дело до взятия ворот. Хантер снова здорово прорывается, немножко дриблинга. И вот здесь передача до Фрэнки де Йонга все-таки дошла. Он протолкнул мяч на Холланда, и Холланд расстрелял ближний. Он наконец-таки начал бить с левой по ближнему углу. А вот уже неплохой выход на наши ворота, и Эдерсон спасает. Если бы он не стал выходить, дело дошло бы до более опасного удара. Фрэнки де Йонг, Эрлинг Холланд. Здорово. И на скорости Хантер сейчас пытается что-то придумать. Пас на Холланда. Не было офсайда. У нас 36-я минута, и знаете, игра сейчас как качели. Спарта после пропущенного особо не сидит в обороне. Пытается тоже где-то найти лазеечку для атаки. Пошла подача в штрафную. Удар. Ну и здесь спокоен Эдерсон. Не знаю уж, сколько там метров до ворот. Хантер берет разбег, бьет. Но мяч пролетает почти рядом со штангой. Голкипер забирает намертво, и остаются считанные минуты до конца первого тайма. Я бы не сказал, что у нас какая-то супер полная доминация была в первом тайме. Мы забили один гол. По-хозяйски выигрываем, создаем моменты. Соперник ищет лазейки в нашей обороне. Но пока мы забитием не позволили. Начинаются вторые 45 минут. Посмотрим, что будет здесь. Опасно. И 1-1. Вот так начался второй тайм для нашей команды. Спарта додавливает. Ну и здесь снова, мне кажется, немножко недоработала оборона. Где-то оказался наш защитник опять за спиной. Он надеялся вытолкнуть, наверное, соперника в офсайд, но не получилось. Ну и дальше на Холланда кати. Холланд, забить, Фоден. Эрлинг Холланд играет на Хантера. Хантер катит на Холланда, был офсайд. Хантер. Передача на Эрлинга Холланда. Холланд оставляет мяч пяточкой. Ну и дальше в центр на Холланда. Холланд. Хантер. Фил Фоден сотрясает перекладину. Все проскочили мимо. И Фрэнки де Йонг, и Хантер. Мяч дошел до Фодена, и тот бахнул так, что перекладина чуть не треснула. Пас на Холланда. Здорово. Холланд и в центре. Есть Фил Фоден. Мяч отрикошетил, и в итоге ударить никто не успел. У нас последние 10 минут. Спарта идет в атаку. И здесь что, офсайда не было? Удар. 2-1. 2-1, ребята. Вот так праздник мы устроили, конечно, нашим болельщикам. 84-я минута. Вот здесь мне показался, был офсайд. И наши защитники сигнализировали, но раз... Боковой флажок не поднял, ВАР не определил, значит, офсайда не было. Холланд, бежать! Давай-давай, Холланд, продавливай и забивай! Зачем ты эту передачу отдавал? Я не просил ее! Ну, Холланд, Холланд. Ну ладно, ничего, ребят. Мы все равно остаемся на первой строчке в турнирной таблице. Пусть лучше проиграли мы в этом матче, который для нас особо ничего не решал, чем мы проиграем в какой-то важной встрече. Сейчас будем более мотивированы на игру против Челси в чемпионате. Мы вышли на вторую строчку и обошли Ливерпуль, но по-прежнему остаем на 7 очков от Челси. Сейчас у нас есть шанс сократить немножко отставание, хотя бы до 4. Давайте смотреть, что там у нас за стартовые составы. Вот так вот сейчас выглядит состав Челси, который громит соперников, который не позволяет себя обойти. И, ребята, давайте отправляться на игру. Мы приехали в гости к Челси. Пока что команда вышла на футбольное поле немножечко освоиться. Ну и сейчас потихоньку болельщики, да, заполнили стадион. Сегодня встречаются лидеры АПЛ. И это довольно важный матч сейчас как для нас, так и для Челси. Для нас это шанс приблизиться к ним. А для них это шанс оторваться еще сильнее.
Нужно нанести два удара поворота. Три удара поворотом, два гола, две передачи и оценка не ниже 8,5. Ну что ж, я надеюсь, мы сделали выводы после поражения от Спарты в последнем туре Лиги Чемпионов. Ну и сейчас будем стараться все-таки, ребята, играть на победу. Пас на Холланда не проходит. А здесь Холланд с левой. И вратарь на месте. Вот и первый момент. 9-я минута. Давайте, парни, разыграем. Кантер. Подача на дальнюю штангу. Ну же. И здесь вложится. Один момент. Второй. И мяч полетел выше. Успел протолкнуть. Ну и дальше, дальше в центр. Почему так долго Фрэнки де Йонг? Один пас, и там просто можно было расстреливать ворота. Ну вот небольшие такие торможения есть у наших футболистов, а это Сабаслай. Разбегает сейчас по правому флангу, играет с Джеймсом. А это что за провал в обороне? Это Хаверц, это Кай Хаверц, и ребята, просто какой-то километровый разбег. Два игрока Челси стоят просто в центре нашей штрафной. Посмотрите, вот сейчас. Где оборона? Вот так вот Челси выходит в лидеры этого матча. Кай Хаверц забивает свой 8-й гол. И вот здесь никому не вкатили в ногу. Какая реакция у голкипера? Как ты это делаешь? 27-я минута, ребята. И снова простили. Хантер пролетает мимо. И вот отсюда. Но мяч еле долетел до ворот. Фил Фоден. Хантер залетел в штрафную. Ну же! 1-1. 1-1, ребята. Вот и Хантер расчехлил свою пушечку сегодня. В нужный момент. И как ему здорово, посмотрите, протолкнул Эрлинг Холланд мяч на ход. И Хантер, ну, шикарно попал. Здесь здорово обвел вратаря. Это 33-я минута. Это, ребята, 1-1. Ну вот надо побыстрее. Вот такими вот как раз-таки резкими передачами, резкими ударами пытаться вскрыть оборону соперника. Декетте Лара. Передача под удар. Кай Хаверц 2-1. Я не знаю, что делает наша оборона сегодня. Ты пытаешься, создаешь моменты, с каким-то большущим трудом забиваешь. А у соперника два паса, два удара, два гола. Еще одна атака Челси. На сей раз левым флангом пошла подача. Ну и здесь спокоен Эдерсон. Снова Кай Хаверц. Передача. Кетте Лара. Скидка. Удар. 3-1. У него просто как на пульте управления сегодня все залетает. Нет, это не Кай Хаверц. Это уже Сабаслай, ребята. Это Сабаслай. 3-1. Как же Челси хороши. Ну как у них это получается? Просто моменты без шансов для нашего вратаря. Да, ребята, Челси в этом сезоне очень хороши. Но я бы, наверное, отметил здесь больше игру нашей обороны, нежели какую-то невероятную игру атаки Челси. Сансет набирает скорость. Ну, встречаем, встречаем, ребята. Просто какая-то удивительная игра нашей обороны. Это снова Хантер. Он залетел в штрафную. Прострел на дальнюю. Забить. 3-2. 3-2 Эрлинг Холланд. Ребята, здорово открылся и здорово его увидел Хантер. Мы потихоньку пытаемся вернуться в эту игру. 70-я минута. Опасный выход. Кетте Лара. Нужно встретить, ребята. Нужно встретить. Хорошо. Передача на Холланда. Холланд подрабатывал себе под левую и вроде уже пробил неплохо, но заблокировали. Ну, Холланд, ну что это за возня? Ну, сегодня вот Холланд, я не знаю, в некоторых моментах очень классно играл, а в некоторых возились, конечно, мы не лучшим образом. В итоге мы уступаем Челси со счетом 3-2. Хантер расстроен. Холланд его пытается подбодрить, говорит, дружище, еще не конец. Тут даже парни из Челси пришли Хантера поддержать, но обидно. Обидно, ребята. Уступать, но будет еще реванш. Реванш на нашем поле. Сегодня у нас один голевой пас, один забитый гол.
Надеюсь, выпуск вам понравился. Он был таким довольно напряженным. Поддержите видосик лайком. Если новенький, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока.